Всем привет, друзья! Привет из Абхазии. Мы направляемся на рынок в Сухуми. Сегодня рынок закрыт, но вот вернулись, погуляли и вернулись. Может, что-то будут все-таки продавать. Хочется посмотреть. Подожди, Ирин. А что это вот за веник такой? Вот это метла называется, для бабушки-ёшки. Для бабушки-ёшки? А что за колючки это, такие? Колючка называется фантичья ягодица. Это врачи как зелень продают, как цветы. А, а это на бумбуке. Ой, юморист. Метёлки делают. Говорит, да, метёлки. Колючки красивые. Я думала, это декоративные кусты. Вот здание рынка, но рынок закрыт по понедельникам. Ну, хочу напомнить, что сегодня у нас март, 2021 год. А это что такое вот такое красивое? Это патиссоны. Патиссоны? Патиссоны жарить, кушать? Да. Мариновать, оладики делать. Ирин, давай тут пройдем. Никого нет. Ну вот, хотела сказать, хочу напомнить, что сегодня март 2021 год, и по понедельникам рынок не работает. Вот, все-все закрыто. Но не повезло. Не повезло. Все закрыто. А это что тут продают? А, какие местная аджика, соленья какие-то, да? Куда пройдем? Какую цену апельсинчики? По 30, да, по 30, вот это стало. 30 килограмм? Да. Это хороший. 30 рублей килограммчик. Мы вчера купили с тобой так же по 3. Ну, ничего не изменилось. Да, ничего не изменилось, то же самое. В общем, рынок не работает, с той стороны овощей и фруктов нет. А здесь у нас оливки, маслины, маринованные, перчик, смотри-то. Девушка, а вот перчики беленькие, что такое? С анчоусами, вяленые. Сейчас, девочки, масло оливковое. Вот гранатовый сок, смотри, натуральный. Интересно спросить сейчас, какая цена у него, да? А это что? А, это тоже масло оливковое, 2500. Вы раз вы на машине, просто вам будет удобнее. Я зачем буду обманывать? Потом придете, скажите, другой размер. Это его же банк. Нара, дай там крышку. А? А это вот что, перчик, да, ему маринованный. И целлофан, дай пятеру. Всем привет, друзья! Привет из Абхазии, города Сухум. Сегодня 23 марта 2021 год. Мы находимся в центре центральной набережной. С правой стороны знаменитая кафешка Брехаловка. Очень тепло, но вот очень много мужчин. Там за столиком играют, сидят. Вот вы видите, здесь играют шахматы, шашки. Дальше туда тоже играют. О, пошел блогер. Как правильно называется, квадрокоптер в руках был. Какое здание тоже шикарное.
фонтанчики. Центр очень ухоженный, народу много. Ну, мы приехали на один день. Утром мы приехали из Афона на обычной маршрутке. По 100 рублей заплатили. Доехали до центрального рынка, погуляли по рынку. Рынок был закрыт. И вот решили пешком-пешком по набережной. И дошли до центрального пляжа. Ну, тут центральный пляж, центральная набережная. И вот посмотрите, какая природа. Пальмочки, пальмочки. Очень тепло. Мы уже видели, что купаются в море. А мне приглянулись так вот эти кактусы. Я не знаю, как называется он правильно. Но кто знает, напишите в комментариях. Вот эти. Такие необычные. Очень много эвкалипта. Где-то вот с левой стороны я видела этот эвкалипт, которому больше 200 лет. Ох, собак сколько! Надо обойти. Через Брехаловку. О, все, я увидела этот эвкалипт. Он с левой стороны. А вот пальма, видимо, подсохла. Смотрите, какие плоды, семечки. Это тоже очень, наверное, старые пальмы. Посмотрите, обрезают, обрезают, как орешки грецкие. Ой, нет, не грецкие. Как эти орехи называются? Кедровые, кедровые орешки. А вот этот знаменитый эвкалипт.
Ой, какой он высокий. Нельзя, нельзя, нельзя. С детками очень много.